В Мирном прошел флешмоб в поддержку фестиваля под названием «Мирный поет о мире». Таким образом, дирекция этого фестиваля решила привлечь к рекламе этого события общественных активистов и просто неравнодушных жителей города Мирный. Первыми отозвались автомобилисты. Сюжет коллеги Владислава Солдатенко. Первый раз автолюбители провели флешмоб 17 февраля на стоянке подземного рудника «Мир». Задача была выполнена, но снять получившуюся надпись с воздуха тогда не удалось из-за технических проблем с дроном. Спустя почти месяц автомобилисты съехались вновь, но уже на автодроме культурно-спортивного комплекса «Алроса», недалеко от обогатительной фабрики. А у нас уже был опыт, мы уже даже не наносили разметку на площадку, потому что мы поняли, что в ней нет необходимости. Мы просто подравнивали машины, так как они стояли, и там где-то даже сами участники нам помогали. В этот раз на составление букв ушло не больше часа. Запечатлеть увлекательное действие пригласили видеографов, фотографов и даже журналистов зарубежных СМИ. Мирный поет о мире! В итоге аббревиатуру названия фестиваля составили из 40 автомобилей. Место восклицательного знака занял автобус, а точку в его основании изобразили сами автомобилисты. В этот момент над площадкой кружили как минимум 3 квадрокоптера. Эффектное видео с воздуха подтверждает успех акции и дает дирекции фестиваля отличный материал для дальнейшей рекламы. Мы очень хотим, чтобы благодаря результатам этого флешмоба о нас заговорили, заговорили о фестивале. То есть как минимум 100 человек уже знает о том, что это мероприятие состоится, состоится фестиваль «Мирный поет о мире» в конце апреля. Всем участникам флешмоба и тем, кто постарался его запечатлеть, организаторы вручили значки с недавно утвержденным логотипом молодежного фестиваля. Держите это вам на память. Спасибо огромное. С огромной благодарностью. Спасибо вам за участие. В алмазной столице фестиваль пройдет с 27 апреля по 1 мая, обещая порадовать горожан новыми талантами и открытиями.